Поехали. У мамы случился нервный срыв. Вжух. Теперь ей предстоит отправиться в Таиланд на двухмесячный йога-медитативный ретрит с полным погружением. Значит, мы были в целом доме сами по себе, жили, как белые дети. Отрывались. Я госпожа Стурик, няня. Спасибо, госпожа Стурик. Вот и мой кипящий огонь. Я смотрю фильмы про Мадея. Вы и есть эта ерунда. Куда вы направляетесь? Уберите это дерьмо из своей системы. Сделай что-нибудь, Ро. Я знаю, что вы сказали, что не было гостей, но мы уже пригласили наших церковных друзей на изучение Библии. Да, и вы можете слышать музыку, но это христианский хип-хоп. Хип-хоп разрушил квартал. Так что, ну, хорошо, хорошо, мы его отрываем. Доброе утро, госпожа Стурик. Госпожа Стурик, прибавьте обороты. Сладкое. Мой первый труп. Я точно сяду в колонию для несовершеннолетних. Мы голодны. Вы должны устроиться на работу. Роуз Линдс, только ты не мой бывший парень или жена моего бывшего парня. Я являюсь исполнительным помощником генерального директора. Все его сестренка. Вжух! Только объятия с А-образной рамой. Не зря провела 3 часа на этом курсе по сексуальным домогательствам. Ты облажался. У меня свидание. Ничего дальше второй базы. Тебе не нужен еще один рот кормить. Все вы здесь живете. Я гуляю с нашей мамой. Ее здесь нет. Она на заслуженном спаде. Боже, это она. Не верю, что она перед моим носом. Что работа с тобой делает? У меня такая ответственность. Убей меня. Я рад, что пришла. Джей, включай музыку. Я пущусь вниз. Счастливые часы? Да. Сети. Устраивайте вечеринки с нами. Эльф, вали отсюда. Ты чертов мужик. Это время, чувак.